Всем привет! Я продолжаю играть в игру Merge Dragons. Соедини драконов. Итак, сегодня вторая часть. Событие. Новое событие. Вечеринка с тортом. И будем его заканчивать. Давайте пробежимся по призам. Видите, у меня галочки вот стоят зелененькие. Некоторые призы я уже получила, случайно взяв предметы. Такое иногда бывает, потому что слишком мало нужно, чтобы их получить, очков набрать. Итак, нам тут обещают яйца кремового дракона. Абсолютно новенький дракончик, 8 штук. 2 золотых волшебных сундука для Аркадии. Гнезда с яйцами дракона Рогалика, 2 штучки. Старинное фруктовое дерево, которое дает питаю. Вот такой вот смешной дракончик со свечкой во лбу. Малыш кремового дракона, 9 штук первого уровня. Таинственное супергнездо, 3 штуки. Новый предмет, ослепительно-праздничный посох. Детеныш дракона поганки, 6 штук. Сладкий дракон Рогалик, 4 уровня, 3 штуки. И сочный кремовый дракон 4 уровня, 5 штук с драконьей силой, 150. Итак, вперед! Как вы помните, я говорила, что основная задача наша — собрать вот такой росток дерева жизни 8 уровня. Чтобы его получить, у меня, как видите, целый лес был фруктовых деревьев. Сейчас я их всех вот сюда отправила в сторону, да, чтобы они мне не мешались. Как вы видите, и я запустила одну сферку 8 уровня, только одну сферку 8 уровня, 65 сердечек, и сделала 6 сфер жизни небес 9 уровня, 310 тысяч сердец. Как вы видите, у меня нету дополнительных призов, сундуков, ни легендарных, ни чемпионских, потому что я пропустила время, когда их можно было получить. Первый сундук можно получить, если вы проходите события в течение 12 часов, потом 24 часа, потом 36 часов. Да? Я говорила, что я не успею, потому что у меня много других забот в данный момент. Поэтому так получилось. Вот у меня открыто вот столько территории. Осталось вот открыть вот эту конфетку и вот эту тучку. Вроде кажется ерунда, совсем немножко, но тем не менее нам понадобится целых 6 сфер, чтобы это сделать, потому что все вот эти клеточки очень дорогие. Давайте будем запускать первую сферу, вот, потихонечку, и смотрим, что нам еще нужно открыть. В данный момент вот еще закрыто вот таким предметом, я вам покажу, заклятие сотворения 5 уровня, одно таинственное облачко. Следующее таинственное облако закрыто предметом вот 6 уровня, вот он, торт-замок 6 уровня, мне нужно его еще собрать, как вы видите, вот у меня есть такие вот тут тортики, я их не соединяла, чтобы нам они не мешали. Иначе дракончики со второго уровня начинают на них реагировать. И все. Реагируют и тогда отвлекаются. А нам это отвлечение ни к чему. Так, вот у меня еще таких 3. Будем их тоже собирать. Так, сюда зелье. Я смотрю, что у меня тут открылось. Вот еще одно зелье. Я думаю, что они где-то будут у нас на территории. Так, я вот сразу собираю все, куда нужно. Предметы к предметам. Так, из звезд. Что у нас заработано на данный момент из звезд? У меня 6 звездочек сделано. У меня осталось создайте праздничное пиньята. 5 штучек. Кстати, очень интересный предмет. Вот он, смотрите-ка. Такой смешной. Посмотрите, такая дракошка. Мне, кстати, больше всего понравился вот этот вот уровень. Это 7 уровень. 7. А нам нужно создать 2 предмета 9 уровня, то есть 5 надо 8 набрать, 2 предмета 9 уровня, чтобы получить все призы за очки. Ну вот, будем сейчас с вами это делать и стараться. Так, что у нас тут еще интересненького есть? Вот еще зелье такое вот. Смотрим, дерево. Деревья тоже нам нужны еще. У меня еще облако закрыто. Вот деревцем.
Вот, а вот оно и есть заклятие. Вот оно, и даже его собирать не нужно. На территории он находится. Смотрим, что у нас тут. Так, эти мне не нужны. Конфетки. Отлично, вот у меня. Это не конфетка, а хлопушка, если что. Я так пошутила. Так, раз. Зелененькая мне тут нужна сверка. А у меня есть тут их достаточно. Пумш, пумш. Есть. Вот, открыла еще одно таинственное облачко. Ничего тут, правда, такого не заработали особенного. Так, вот еще одна хлопушечка. Я все складываю. Вот совсем первых уровней, начальных уровней, можно так сказать. Вот будем складывать все, что на поле находим. Вот сюда отправляем. Есть. Сколько их тут? Вот так. И так вот потихонечку мы будем сейчас все вот это приводить в порядок и собирать. Что тут еще у нас открылось? Вот. Пригласительные, открыточка. Вот, видите, еще хлопушечки. Вот еще одна. Прямо тут на поле. Так, приглашение на праздник. Вот, это ванильный. Вот такой вот чинж. Вот тут, видите, тоже можно кое-что получить. Вот целых 4 пригласительных в сундуке было. И вот хлопушечки. Собираем. Вот так вот потихонечку. И сюда праздничные баночки. Так, смотрим, что тут еще. Вот еще одна есть. Вот второй уровень еще одна. Вот еще одна второго уровня. Так, вот еще у меня зелье. Так, а зелье мне надо соединять, потому что мне нужна звезда желаний. Для этого мне нужно еще один такой черепок найти. Будет найти надо. Так, случайно взяла опять одно очко. Так, это пикник. Это не то, что нам нужно. Так, сюда. Хлопушечку. Сюда, пикничок. Так, 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 так. Вот это вот самое мелкое. Но, тем не менее, притянем сюда. И вот, вот эта вот штучка. Торт-иглу. Еще один. Есть. Так, тут я собрала все, что такое... А, вот еще одну. Так, сейчас сюда. Что тут еще есть? Все, больше ничего такого нету. Так, 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 так. Ой, спасибо. Все, открываем дальше. Открываем дальше территорию. Открываем дальше. Берем вторую сферку. Видите, сколько мало вот открылось у меня. Вот. Чинш, давайте, поехали дальше. Бороздить просторы. Вот еще второго уровня домик. Вот их 4. Значит, мне нужно получить один еще. Вот 3 могу соединить. Есть. И теперь мне главное 5 соединить. Вот. Тор-домик 3 уровня. Как видите, он не подходит. Нужно будет дальше собирать. Так, сундучок. Ой, случайно его открыла. Так, вот письма. Открыточки наши. Раз. Потеряла его где-то. Тут еще главное их аккуратно брать, чтобы не нажать. А то у меня потом получается, что я беру какие-то предметы. Так. Пикник, пикник. Вот хлопушечки открылись. Видите, почти ничего не открылось. Ничего интересного, я имею в виду. Пустая земля с кучей вот. Тут вот можно вытащить клеточку одну. Во, смотрите, ваза. Нам нужна была где-то ваза. Мне кажется, не было ни одного поля закрытого вазой. Что у нас, дерево осталось? Чаша, гнездо с яйцами. Звезда. Нет, ваза нам тут вообще не нужна. Ее для красоты нам тут дали, я так понимаю.
для красоты. Так, я бы тут лишние клеточки убираю. Где у меня такая еще есть? Нет. Так, вот еще одна хлопушечка. И письмо. Все, больше тут ничего интересного нет. Открываем следующую сферку, запускаем. Итак, уже третью, заметьте. Третья. И смотрим, сколько она нам откроет. Вот мне уже, по-моему, да, нет, уже четвертую я открываю. Да, нет, третью только. Парам-парам, парам-пам-пам-пам-пам. Ну вот, смотрите-ка. Торт-особняк, пятый уровень. Давайте несем к ним вот сюда. Вот это у нас банкет с тортом. Это нужно будет вот сюда. У нас будет задача собирать с него предметы. Звезда. Торт башни четвертого уровня. Вот видите, третий, пятый, четвертый. Это витрина с печеньем. Сундук. Сундук могу просто открыть. Вот тут у нас есть открытки в этом сундуке. Хлопушечки. И вот колпак праздничный. Собрался. Еще одна открытка. Так, это пикничок. Вот дерево я нашла. Дерево. Вот еще одно такое деревце мне надо. Так, что-то еще интересного. Письмо, то есть открыточка. Хлопушечка. Вижу. Вот я все тягаю сюда, то, что надо. Вот это мелкие предметы. Вот. Один, второй. Вот еще один. Стараюсь не оставлять их на поле, потому что они потом будут мне мешаться немножко. Так, вот еще один предмет. И еще один. Драконы летают, говорят, дайте нам какую-нибудь задачу, то мы всякую ерунду тут делать будем. Так, все, господа мои хорошие. Вот могу одну клеточку, я смотрю, вытащить. Вот еще одна открытка. Вот она. Вот смотрите, сколько осталось территории. Вот не верится, что мне еще целых три сферы понадобится, чтобы ее открыть. А вот. Вот, посмотрите. Так, вот эту еще открыла. Клеточку вот еще нашла. Вот сюда. И беру сферку следующую. Четвертую уже. Беру уже четвертую сферку. Вот так вот. И запускаю. Например, сюда. Какая разница? Так, сразу смотрим, какие предметы нам могут понадобиться. Это сундук. Звезда прилетела очередная. Клеточки открылись. Дальше еще мне нужно открывать будут клеточки. Ой, островки. Островки. Да, сейчас будут дракончики с них добывать нам предметы. Ну, хорошо. Как раз вовремя пускай добывают предметы нам нужны. Так, вот еще одно письмо. Открытка, вернее. Вот, ой, нет, вот так соединяйся. Вот. Есть. Вот еще хлопушечка. Есть колпачки. Вот. И вот собрала еще два таких вот пиньяты. Две. Мне нужно еще собрать две, чтобы звездочку выполнить. Так, это сюда. О, я нашла деревце там. Наконец-таки открылось еще одно деревце. Давайте его возьмем. Так, и откроем. Вот, таинственное облачко, которое у нас тут давным-давно стояло. Так, что нам тут? Колпачки нам дадут. Давайте-ка. Хотят побольше тут сферку, да? Ну, давайте сделаем побольше сферку. Так, вот, тут есть у нас заклятие сотворения, что очень важно. Вот я его тоже возьму.
Сейчас колпачки у меня там. Так, заклятие. Я могу соединить и получить вот такую звезда желаний называется. Вот где третье заклятие пряталось. И открыть еще одно таинственное облачко, в котором у нас тут, опять же, находятся, как вы видите, сферки фактически. Тут вот в заклятии сотворения только сферки были. Вот сундучок и колпачок один. Вот. Один колпачок у нас тут спрятан был. Так, что у нас еще? Так, основные облака остались еще. Давайте вот торт башни 4-го уровня сюда несем. Вот она, 4-й. Третий надо найти еще. Так, что у нас? Колпачок, я вижу. Есть. Так, вот хлопушечка. Что у нас тут еще интересного? Так, это можно открыть. Вот еще одно заклятие. То есть, в принципе, не обязательно то было облако открывать. Можно было и так собрать. Так, вот этот вот, вот эта штучка нам тоже понадобится. Потом, чуть попозже. И вот все, да. Дальше следующую берем сферу. Вот у меня их всего две осталось. Видите, как они здорово расходуются, я бы сказала. Вот так вот пошли открывать. Там же клетки есть по 50 тысяч. Ха-ха. А вот, смотрите, деревце здесь прямо есть, готовое. Да, его не надо было, можно дойти до сюда, не собирая его, и открыть таинственное облако, которое только что открыли. Вот наш латор-домик 3-го уровня. Можем вот соединять. 3-й уровень. 4-й уровень, 5-й, и вот теперь надо 5-й найти, 5-го уровня. Вот он стоит как раз сверху, рядом со звездой. Так, открываем, соединяем, вот он, получаем пам, 6-го уровня. Ах, вот куда надо вазу эту. Посмотрите, тут еще одна задача была. И вот тут вот классные вот эти вот праздничные банки, которые мне позволят па-бам, получить еще 2 предмета и звезда. Есть. Теперь после того, как эту звезду я сделала, у меня появилось задание «Соберите сырье с банкет с тортом». Вот отсюда мы будем собирать сейчас остальные предметы. Есть. Вот, я получила 2 предмета 8-го уровня. И мне нужно еще таких 3 предметика, такой чайник, да, с чашечкой. Когда я их соберу, тогда я смогу получить все призы за очки. Итак, тут у нас что? Тут у нас вот банка одна еще есть. Есть. А я-то думаю, для чего нам эта ваза нужна будет? А, вот тут еще один такой вот есть. Пиньята есть. Так, и вот по мелочи. Так, письма. Поехали дальше. У нас открылось вот гнездо с яйцами. Мы его несем вот сюда, 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 вниз. Вот сюда. И открываем вот это облачко, которое закрыто слева. Так, пока оно открывается, смотрим, что у нас, какие яйца есть. Вот раз дракончик, 2 дракончик, 3 дракончик. И вот такое яйцо у меня где-то было на поле одно. О, как мне повезло. Видите, сколько у меня теперь друзей есть. И я им сейчас пока дам задачу. Пока мы будем разбираться дальше с таинственными облаками, я вот эти вот банкеты с тортами соберу. И скажу своим ребяткам, давайте, добывайте с них предметы. Они мне, может быть, и понадобятся, а может быть, и не понадобятся. Вот, давайте их складывайте сюда куда-нибудь. Да, вот сразу, видите, 3-го уровня. 3-го уровня вот эти. Да. Нет, не по всему полю не растаскивайте, пожалуйста. Вот сюда где-нибудь их приземляйте. Так, и заодно звезда у меня выполняется. Так, колпачок я нашла на поле. А мы с вами продолжаем собирать предметы. Звезда. Вот это... Ой, вот аккуратно с этой звездочкой не нажимайте ее, потому что надо открыть еще облако, прежде чем она исчезнет. Другая звезда здесь не подходит. Только вот эта, которая на поле. Вот посмотрите, какое важное... Здесь вот целых 3 вот этих пиньятки красивых.
Вот они. Вот, это очень хорошее было поле, очень-очень важное таинственное облачко. Посмотрите-ка. Но они такие смешные, мне, кстати, очень нравятся. Так, дракончики наши убежали. Так, еще один у меня сундук. Вот он. Сейчас мы его тоже откроем, принесем сюда. Драконы уже забыли, что я от них хотела. И побежали заниматься своими делами. Так, а вот мы тут конфетки получим. Так, давайте, ребятки, что вы тут это? Я пока открою вот последнее. Вот у меня осталась одна как раз-таки сфера. Видите? Вот, мне нужна еще чаша открыть. Вот. Да, что я такое? Вот. Шестая, видите? Я же говорила, что 6,5 вам сфер понадобится, чтобы открыть всю землю. Вот как раз-таки она и нужна. Вот. Так, здесь я вижу колпачок. Несем его сюда, колпачок. Вот эта чаша, в которой закрыто еще одно таинственное облако. Несем, несем, несем. Вдруг там есть закрытые клеточки, пока у нас летает еще наша сферка. А, нет, здесь... Так. Вот, этот пир мы тоже забираем. Куда-то я чашу потеряла. Сейчас я этот вот заберу. И так. Вот, открылось поле, и на нем у нас находятся вот такие две большие сферы. Но сферы, конечно, 7-го уровня, большое спасибо, но до них дотянуться невозможно, пока вообще не откроешь до конца все поле, да? Вот здесь три пиньятки еще, да? Так, давайте несем их на место. Так, есть, вот, осталась мне буквально одна. Я же вам говорила, что ничего добывать не надо, потому что все тут есть у нас на поле. Так, раз, вот еще, два, это 7-й уровень. Так, мне даже уже и не нужно. Так, и одна осталась, да? Посмотрим, что тут у нас внутри еще. О, как раз три колпачка. Смотрите-ка. Парам, парам, парам. И соединяем, получаем два предмета 9-го уровня. Вот, праздничный лапкейк. Нет, капкейк. Ой, что я читаю? Праздничный капкейк. Кексик такой. 9-го уровня. Вот, этого нам вполне достаточно будет, чтобы собрать все призы за очки. Берем первые 20 тысяч очков и получаем гнезда с яйцами дракона-рогалика, старинное фруктовое дерево, малыши кремового дракончика 9 штучек, поросятки такие, таинственные супергнезда 3 штуки, ослепительный праздничный посох, детеныши дракона-поганки 6 штук, сладкие драконы-рогалики. И второй берем. Видите, не хватает буквально 10 тысяч, чтобы взять второй. Последний приз, вернее. Сочные кремовые драконы. 5 штук 4-го уровня. Вот, это я получила за очки призы. Теперь мне осталось две звезды. Первое, это вот дособрать еще с этих вот тортиков предметы и исцелите всю землю. Мне еще не исцелена вся земля. Что я еще не открыла? Давайте посмотрим. Слева конфетка открыта, справа конфетка открыта. У меня все открыто. Это какая-то ошибка вообще в игре? Что они имеют в виду? Давайте внимательно посмотрим, почему он считает, что мне не исцелена вся земля. По-моему, это какая-то ошибка в игре. Не, ну подумайте, а. У меня же все открыто. Ну, давайте выполню вот эту звезду. И главное, сколько он показывает? А, все говорит, да? Особые награды за выполнение заданий получены. Смотрите, это вторая ошибка. Во-первых, у меня 8 из 10 только звезд. 8 из 10 звезд. А он мне уже награды выдал. Прикольно. Древний родник 2-го уровня. Гнездо с яйцами соленка грифона и золотое дерево 3-го уровня. Ну, надо проверить. Готов. Действительно ли мне уже выдали награды?
Потому что земли-то у меня все открыты, а показывает, что не открыто. Видите? А здесь показывает, что... А, это просто мой прогресс 8 из 10. Ну хорошо, давайте. Но мне просто интересно, где земля не открытая. Вот я вот запущу сферки, куда вот они полетят. Что у меня не открыто? А, вот эти вот серенькие, да? Ну-ка, ну-ка. Одно очко, одно очко, одно очко. Хорошо, что я запустила посмотреть. А даже совершенно не видно, что это вот эти серенькие клеточки. Все, тогда все отлично будет. Все отлично. Вот эти письма, конфетки. И даже вот эти предметы мне теперь уже не нужны, как вы видите. Но последнюю звездочку надо получить, чтобы добыть предметы. Так, пока дракошки работают, я расскажу, что еще можете сделать. В этом событии вы можете проходить еще задания драконов все различные выполнять. Соединять фруктовые деревья, вот, ростки выращивать. Например, продавать все. Вот смотрите, эта колбочка стоит 4, это 8, вот эта сферка 4, вот этот росток дерева жизни 150 монет. Это все можно продать. Дерево 15, это дерево 8, это 8, вот эта сфера 30, пожалуйста, вот это 30. Можно много монет набрать. Единственное, что не продаются, это вот эти вот предметы. Каждый росток по одному. Короче, кому нужны монетки, можете здесь себе их понасобирать. Вот так, чтобы скучно дракончиком не было. Я их тучу. Превосходно, отлично. Конфетки. Сейчас последнюю звездочку сделаю. Не туда нажала. Все, вот теперь награды за события точно получены. А ты думал, что у меня выскочило? Теперь все есть. Итак, все события пройдено, все открыто, все награды и призы получены. В среду будем их разбирать и рассматривать, потому что в среду сундук логова. А теперь я просто возвращаюсь в лагерь и буду просто их складывать в стороночку. А в среду будем с вами их разбирать. Так что надеюсь, что вы тоже прошли события, а может быть некоторые из вас получили какой-нибудь чемпионский или легендарный сундучок и сможете получить дополнительные призы, которые сейчас очень-очень хорошие и дают много драконьих сил. О, через 8 часов 37 минут начнется новое гоночное событие. Это, конечно, здорово, только не написано, что это будет за событие, что нужно будет собирать, или цветы, или грибы. Так что, не знаю, не знаю. Или драконовые деревья, как было в прошлый раз. Будем надеяться, что что-нибудь будет попроще. Ну вот все призы. Вот это дополнительные призы. Все сюда складываю. Вот видите, дракошечки. Вот все в среду буду открывать вместе с вами. А пока всем спасибо за просмотр. До следующих встреч. До свидания.